По подозрению в причастности к ликвидации грузинского вора в законе были задержаны 6 человек, в том числе граждане Армении. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet. В частности, полицией был задержан вор в законе Гига Петриашвили, известный как «профессор», находившийся рядом с Кутаиским в момент его убийства, а также 5 подозреваемых – граждане Армении, Грузии и России. Напомним, убийство приближенного к Лаше Шушанашвили законника произошло в минувшее воскресенье в турецком городе Анталье. Его застрелили. Его спутник, тоже законник-профессор, был ранен в ногу. По предварительной версии, Кутаиского убили в борьбе за влияние в Ростовской области России, где сейчас заправляет вор в законе, Надар Руставский. Оспорить статус Руставского как единоличного хозяина воровской ростовщины пытались убитый Гия Кутаиский, а также его сторонник Гачал Паидзе, Алфасон. Они выдвинули собственного кандидата, которым стал Артур Атабекян, известный как Артур Молодой. В Турции Гия Кутаиский известен как лидер мафии провинции Кемер. Кроме того, Гия Кутаиский был в числе тех, кто высказывал основные претензии украинскому вору в законе Андрею Недзельскому. По некоторым данным, в прошлом году тот даже был лишен своего титула. Не забудь подписаться на канал.